Свадьба плуга. Время окончания полевых работ. Как самарские татары отмечают Сабантуй? Не противоречит ли празднование религии? Когда мы отсеялись, мы просим Всевышнего, чтобы он дал нам хороший урожай. Потому что все по воле Всевышнего происходит. Почему чак-чак складывают горкой и как стать абсолютным батыром в борьбе кереш? Вообще этой борьбой тренировали воинов древних, чтобы во время сражений в ближнем бою как бы ложить своих соперников. Смотрите программу «Самара многонациональная» 28 июня в 18:50 на телеканале «Самара ГИС».